Александр Бутманов, экономист, основатель инвестиционного клуба «Союзники», эксперт по биржевым стратегиям. Александр, здравствуйте. Приветствую, добрый день, не говорю. Да, никто уже сейчас не говорит. Биржевые стратегии, сегодня это вообще атавизм или вы еще надеетесь в профессии остаться? В крайнем случае я буду работать Дедом Морозом, как 25 лет назад. Ну, это раз в год только. Кроме шуток, давайте быстренько я это сделаю. Я передаю привет Сергею Усиченко, который пил 12 лет назад, 13, за смерть фондового рынка. Сегодня я пью газировку. Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, был интересен. Покойся с миром, дорогой товарищ. Я не буду комментировать этот флешмоб, не хочу, потому что я в это верить.